Это сейчас я просто загуглю текст и все. Загугли текст, неинтересно. Слушай внимательно. Да блять, Каст, отойдите, я это делаю плохо вам. Понятно. Но хилить можно все равно. Найди сову, блядь. Нихуя ты мне дал. Чё? В следующий раз не пугай так. Нет, такого нет, у них текста. Хотя текст очень классный. Ой, Дон, какой ты душный, да что? Шутки надо понимать сразу, а не через 10 минут. Так он шутку все равно не понял, а типа... Я шутку до сих пор не понял, да. Так что все нормально. Ну ты же смеешься, значит понял. Нет, системы прикольные прям. У них и типа очень разноплановый на самом деле ассортимент, несмотря на то, что они там поют как бы. Плюс-минус одной стилистики. Ну типа... Это система, это вообще топчик. Как король и шут. Наконец-то, Рос, я тебе хорошие слова услышал. Что ты какие плохие слышал? Да все подряд, блядь. Родить, надеть, и так далее. А это кто такие? Подожди. Ты же русский человек, ты должен знать все это. А нет, я не хочу это слово знать, мне типа похуй абсолютно. То же самое, как торты и торты, типа... Нет, это не то же самое, это, блядь, два разных слова, а не два разных ударения. В смысле? Да расскажи, как. Он пошутил. Ну, мало ли, может, он типа серьезно так думает, ну, типа... Страшно. А если серьезно думает, то в чем разница? Да нет, ни в чем, ты украинец, тебе можно. Ты европеец, извини. Что заебешь же. Типа то, что я просто говорю, что я европеец, тебя заебывает? Да нет, ну типа вообще. Ты чувствуешь начнешь. Легкую зависть? Конечно. Осторожно, я сагрил кого-то. Ну, возможно, даже босса. Как творог и тварь рок. Действительно, творог и творог. А в чем разница? Как ты без прозорливости играешь? Понятно. Ты у кого спрашиваешь? Ну, у того, у кого есть талант прозорливости. Так вот, ну, типа, хотелось бы узнать, у кого это. Только у одного. Ну, я его пытаюсь узнать, у кого. Это ветка посередине. Ну, у нас уникальных классов тут, а все, кроме паладинов. Только один уникальный у нас. Нет, все. Нет, сова не уникальная. Ну, сова уникальная. Она здесь одна. 5% крита тоже Элем дает. Никто не знает, да? Типа, абсолютно. Никто не угадает. Не угадает что? У кого есть прозорливость? Так я ж у тебя и спрашиваю, бля, я не хочу угадать, я хочу узнать. Ладно, идеально, раскрывай свою карту. Я думаю, это приз получается, да? Да, я уже разобрался. Интересно, в чем? В пристах. Да. Да, ну. Просто посмотрел на идеального. Так а что, идеальный соло хилит, правильно? Почему? Нет, оптик. В прошлый раз хилил соло. Нет, это тут пристом, это сложнее. Тут соло не захилить.
Ну, он, наверное, шрамы захилил. Он шаманом соло захилил. Ну, шаман это же не хэприст. По-моему, хэприст посильнее, чем шаман. Ну, если два ретрика будет и, допустим... Да у нас по ДПС, ну, нормально рейд. Не знаю, не, не. Что ему два ретрика дадут? Ну, монорек. Ага. А, они как будто стакаются. Ну, один ретрик кинет синий джагу, а второй талант качает. А другой желтый, все правильно. В смысле, ты не хилил соло, мы тогда спулили, и ты соло хилил. Ну тут я не знаю, как типа соло выхилить. Не, не было. Не было. Типа, если типа соло будет прокастовывать, то может и можно. Ну, по мане просядем просто. Так а там, понял, там особо и не было дамага соло, потому что быстро убивали. Ну, да, там редакция, там же это Корнес. Ой, то есть кто там был-то? А, там шипачка была. Так Яндекс, это ж вот эта вот штука, которая, типа, понял? Пиратская копия Гугла. Рыба есть, фул ревафаемся. Сука. Ну, вообще-то так и есть, пиратская копия Гугла. А контакт это Facebook. Конечно, все одно и то же. Ну, да, получается. Это как пользоваться китайским говном вместо айфона. Ну подожди, ну Яндекса типа много пиженых. Настолько идей, что они типа, по-моему, Google уже обходят, или мне слишком сильно кажется. Понял, так и запишем. Да не, ну блядь, ну я типа не слежу за этой хуйней, поэтому интересуюсь. Ну типа если посмотреть, ну Яндекс пиздит просто не только у Гугла в этом случае. Он что Яндекс пиздит и у Амазона, так и у Гугла. Блядь, если ты пиздишь, блядь, солому, это, ну, не значит, что ты можешь сделать. Естественно. А что, ты... а что мы стоим? А, ДБМ, я жду команду. Давай, команду. Там сзади это. Я вам ТТ ему покину, вы готовы? Ой, а я надо это, фласку выпить. А у меня ее тупо нет. Ты как-то стал слабее нахуливать, Дон. Я не в ММе. Я подошел, трапу поставил. Как-то слабо, а мобы все на мне висят. Добиваю две. Я... Да, потому что у тебя больше всего ради урона по мобам, нет? Ну это да. Я под эту ерунду, да, сокрую, и можно будет, наверное, не играть в этот. Я заебался крутиться. О, бля, я заебался от нее бегать вообще. Так а что вы стали так поебаному? Станьте под ботом. Он бегает, видишь? Сейчас еще ну, прикольная песенка. Такая, знаешь, мотивирует нажимать кнопки сильнее. Хуй знает, типа, конченая. Геру. Типа раньше LP были получше. Вот это как, бля, хуйня понеслась у них электронная, совсем прям шляпа. Быстрее надо играть по сферам. Донт, а чё ты скелет? Он умер. Хз, скелетом быть как-то не круто. Соглы. Демоном заебись.
Дрич, не просто дьявола. Слышишь? Да, демон это, ну, типа, низшая... низшая... Нет, низшая бес, низшая бес. Хотя бы и не черт. Ну, блин, нет, демон тоже, типа, по-моему, вообще недалеко ушел, ну, от, да, беса. Это типа следующий по рангам. Низший бес, правильно, вот Дрич говорит. Как правильно сказать? Низшая... Что? Низшая... Низшая мразь. Каста, вот, каста в иерархии этих... Всех вот этих вот пидрасов. Извините, если я обидел чувства демонолога. Чисто я чувство демонолога обидел. Долговат объем как-то. У меня слабо шуманить. А у него, короче, слышишь, вот меняется билка, он вместо искр просто молнии ненависти постоянно делает. Да нихуя просто урона нас. Ну а таргет. Какой урон, типа 2к, типа или что? Я смотрю, она типа щиточек пробивает, ДЦ-шных, которого у нас нету. Что, гриндей, что ли? Нет. Слушай, Дрыщ, ну ты демон, всех разъебал. Блядь, да что это за говно, это Линкен, сука? Это Линкен Парк. Ух ты, колечко. Да, блядь, ну что это за хуйня? Фу. А кольцо надо это кому-то? Конечно надо, блядь, Донту. Тебе надо? И Рейзу. Да, мне Рейз надо. Да, да, в конец, только давайте как-то стакнемся сейчас. Стой. А давай этот попробуем, Дон, ты кинешь на пул? Все за тобой побегут, типа, на расстояние, а я побегут в конец. Ну, типа, в другую сторону. Хуйня. Да хуйня, не, хуйня? Просто пробежим. К нам припекут. Да сейчас так ты же в ПД упадёшь. И так побегут. Они побегут-то на тебя в любом всё, случае. Всё, подошли к квадратику. Ну, смотри сам. Подожди, с какого квадратика? Не, ну, сюда пойдем, сюда. А зачем? Ну, так быстрее. Пацаны, ну, ладно, давай. Потанчить я готов, короче. Давай. Все, погнали. Все, пробежим. Ой, я подзавис. Ой, пизда мне. Ой, включай скорость. Эти жизнецвет там настакал. Живешь немножко. Почему меня лагает? А где вы? Почему? Где вы? А, кстати, на мне грохнет. Тебе нужно хил отдать, чтобы и лок, чтобы был. Хил, лок, все, вам больше ничего не надо, втроем будьте рядом. Все, бля, все. На меня искра побежала. Во, все, диван, тот, кто может риснуть, тот, кто кинет бот тому, кто может риснуть, и чтобы лок умер рядом. Ну, этот, я кинул друида, вроде он рядом стоит. Сейчас. Ну, у меня все есть хорошо. Крест, если... Вот, меня, смотри, мимо меня вообще все мобы бегут. Кроме одного, ну ладно. Все, свейдились? Ну подожди. Тебе, да, вроде все свейдились. Нет, Сула еще в этом, в форме, так что не надо. На меня только искра побежала. Все, я что-то думал, что это он в форме. Я могу встать. Зачем? Да, нам вставать надо, но тех, кто далеко, кого риснуть нельзя. Ну, я, например, прям просто моблок. Макер, зачем ты потратил вставание? Да у меня же тут я стоял, еще неудобная позиция, мне там хилить, то и резать все неудобно. Чё, короче, потестим? Обычный встать. А, мне же вставать долго, точно. Я читаю. Упс. Так а зачем мне Т4 больше профита, ну, если мы собираемся по профиту, а не просто так. У тебя есть? Слышишь, о чем идет речь? Ну, Т4 просто, я попросил, чтобы мне ласт кусок уступил. Мне тоже. Подожди, у тебя голова есть, что ли? О, у меня тоже есть. Да, мне же забирали. Да. А, не, ну конечно, ты ему тогда уступаешь. Не, подожди, Войд, у тебя голова есть? Угу. И у Райза есть голова. Есть голова, ну пусть рольнут. Не, ну я просто посмотрим, кого из них больше, и все.
Ну, у Войда вон больше было, чем у Райза. Ну, типа, если бы Сува бы не нажал бы, выиграл бы Войд. Так, а суманули Донта или чё она фокашит? Не-не-не. А чё, корми нас. Давайте. Просто, типа, если новые инсты выйдут в ДПС, то я не понимаю, ну, толку. Зачем, если мне Т4? Да новые инстов еще, типа, супер же долго. Т3 КД. Ну, есть роу. Все. Ну что, мы ж не, типа, у нас не было не оговорено никакой там очереди. Потому что если ты говоришь, что кому по приору, то надо просто сказать, что варп собирает первый, друид второй. И неважно, типа, вообще роу. Такого у нас не было, просто идем, кто выиграл, тому дается второй кусочек. Донт кидала. Донт этот, рандут, чё? Оу. Как вы это делаете, Сула? Что это? Тебя хилят. А зачем? Я если буду падать, я прожмусь. У тебя СС будет? Я не понимаю, кто его бьет. Может, какого кастеры? Тут мобы кастуют во всех, кого видят рядом. На них как-то не работает таунт, на некоторых, походу. Нет, тут просто этот большой моб, вот этот вот, он кастует во всех рядышком. Он и в меня, и в СУ одновременно каст дает. Ему нужно кикать каст. Это стан. А эти же какие-то взрываются еще, да? Нужно добить. Кстати, падать не вариант. Вообще не вариант. Мы не сможем встать. Печать света включать. Блять, еще и завис, сука. Печать на свет. Хилься. Да я врубил. Ну все, сейчас двое осталось. Не сильно бьют. Флешки похилься. У него мания, у него плея. Мы умеем станы давать, значит. Рос. У тебя ж есть стан. Возможно, есть. О, это охуенный трек, кстати.
Блять, пацаны, пока. Что такое? Суманите. Я тоже сумануть надо, я же умер. А вы там добьете тех мобов? Добили. Там какая-то дверь узкая, я не попал. Спасибо, Трищ. Байкер. Блять, вот как можно здесь не поставить перила, блин, здесь же типа опасно. Роскомнадзор. Что это вообще, блядь? Посмотрите. Там можно ёбнуться на изи. Где, вот здесь? Ну да. Ну да, опасно на самом деле. Не продумано как-то. Архитектор не поработал до конца. Так а чё он не поработал, я должен страдать? Это типа для умных на самом деле. У кого интеллекта больше косаря. Остальные умирают. Короче, я не знаю, как этих демонёнков танчить, они что-то не стакаются в одну кучу. У них там какая-то своя туса. Заливайте их где-нибудь. А гнев небесный. Ну, гнев жёстко, да. Да ну что это, блядство? Теперь они стоят ещё дальше, ну ладно. Хотел в угол их стакнуть. Ну, они щиточком стакаются чуть-чуть, ну. Так. Ой, Дон. Всё, сори, тут уже. Пояс. Не, он мне не нужен. Понял. Ты уверен? Конечно, у меня такой же. А-а-а. Так, пояс хороший, там ловкости 80. Угу. Но не миллиона. К сожалению, нет. Хотел бы, чтобы был бы пояс 80 миллионов ловкости. Да. Представь, да. У меня бы еще 25 талантов бы прокол, да. 25% талантов. А, норм. Куда бы ходили рейдить? Ну бы тогда все вам. Я бы шотл за все сам. А я же говорю, куда бы ходили рейдить? Да везде. Бомбы в споры, он ходил бы просто этим, с оружием для первого. С пула убиваем череп. А потом все остальное. Хорош. Господи. Хорош. Нормально. Я случайно. ДБМПО. Зато сразу у меня иногда... Вот сейчас нет, вот сейчас Гера нормальная. Типа, хотя бы трини все пробудут под Геры. Я не эту нажимал кнопку, сорян. Хотел, нормально все. Просто немножко промахнулся. Зато какой драйв у вас, ребят. Это место ДПМП. А еще на меня наезжаешь, что я плохо пуляю. А где этот? Где на пулы ты плохо пуляешь? А тебе нужен он? Ты видишь, все пытаются сорваться меня. Пытаются, а у меня два уязвимых. Ну, он раз сорвал, пока не этот. А почему мы до сих пор в 2 хила идем? Там же уже нету боссов, где нужно второй, или нужен? Не знаю. И, по-моему, нет. Ну, вот здесь точно не нужен второй хил.
следующем там же может шотнуть, типа, этого кого-то. А, там могут, да. Да, мы на фул же идем. Оперу точно убьем, да, и если по времени уложимся, еще его не сходим. Ну, не, давай только кару. Не-не-не. Ну, их полезная вещь. Да, ну, беспонтовая. Ну, невер оденем шамана. Ну, да. Просто я в воскресенье на сутках, так как я уже на половине проебал это. О, так можешь вместо меня сходить паладином сегодня? Я сова здесь. Я знаю, я же говорю, а я не пойду никем. А я не пойду совой. Тактика. План отличный. Такая. Как у Сулы чуть хп не закончилось? Мобы стреляют. Не было на нем агро. Я же ловушки стрелял. ДКшка, вар, типа. Все, ловушки. И ловушки. А вот эти вот центральные. Цепя. А, типа не хилили? Получается. Кондёр уже кому-то падал? Ой, а я-то... Ух ты, а я посох этот не вижу даже, он уникальный оказывается. Кондёр, по-моему, нет. А, у шаманизма есть кондёр. У нас нету. Тебе надо плащ? На СУ. Да, я отдам, если надо. Не-не, я сролил. А, ну окей. У меня на Эрдру вроде... 200. А кто колечко выиграл? Надо плащ или отдать? А то у меня на Эрдру 213, я сролил. Ну все, бери, хорошо. Нужно вообще, кстати, пересчитать этот кондёр. Насколько он, типа, эффективный, после того, как они апнули прожимные трини, после того, как кульдовские 39-е появились. И островные. Он как-то супер мало дает. Типа 342. На 20 секунд. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Хватит я распула. 4 минуты. А, понял. Ну а если очень надо, я нажму. А нет. Там когда 5 будет. Беги, малышка, беги!
Насколько много дамажа чародейский взрыв? Мне танка можно отбегать? Нет. Нет. Ну, он откинет тебя. Пламя стоим. Геру давать подкату? Угу. Толки да этот венец. Слышишь, Друся, чё ты молчишь? Беги, малышка, беги. Нет, я понял, а молчишь. Венец стоим. Помощай. А, нет, 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 не надо. Мало ли, сейчас венец прохнет. Да от них не прохает вообще. Да черт его знает. Понял. Все, а нет, еще не закончился. Моя трапа просто все мешает. Сало дали. Живи. А что это? Зачем вы раскидали лемов? Я только их стакнул. Ну, блядь, ну что за сова? Дон. Я ничего не делал. Да кто раскидал Алема? Не знаю. Зачем? Зачем? Какой ужас. Слушай, Гера 30 секунд. О, я не знаю. Не надо. Ну, я думаю, тоже не надо. Сегодня какой-то день убийства чужих платья. В смысле? Да вон там часть типа. Блин, хочу клык с Андрой. А с чем у тебя? Он сейчас не топ. Да, ну топ. Ну типа потому что физика меня не пробивает, а магия его пробивает. Типа хочется что-то от магии. Левая рука нужна? Нужна. Наверх, смотри. Трап дэнс. Соло таргет. ММ? Нет. Сурф, трап дэнс. Ты бы, кстати, перегнал меня по ДПС в прошлый раз, когда я был в ретре. Я 0.8 дал. Плохо умеешь, могёшь. Я вот с погибели не перепутал. Там же крит хаст и дырка зеленая, желтая. Левая рука, да? Учение в органах кому дать? Желтый. А, крит хаст, желтый. Это же вообще офигеть какая топовая штука. А что этот тип вообще? Он как он себя вообще ведет? Короче, моб кастует обилки не в меня, хоть агро и на мне.
А зачем это я сагрил? Не ведите дальше, не ведите дальше. Нет, нет, мы сейчас же все умрем. Слышь, этот последний. Зря воспользуем. Что, это, блин, тени такие опасные. Они, понял, они кастуют этот. Они кастуют свой абил не в танка, а в рандомных людей. Я знаю. И зачастую в хилов еще. Оно это нежит, на них гнев работает, плевать кто. О, там Бьёрн еще кого-то кикнул. И он еще кикнул. Я этого не знаю. Ну вот, только что на острове. Опять... Ну не, не. Я вижу, вижу, просто я такого не знаю, парня. Первый раз вообще вижу. Если что, они у нас статы воруют. Чем дольше ты их ведешь, чем больше статов. Да, там да, есть. Ну, мне эти статы, это ловкость, она мне не нужна. Понятно. Или типа здоровье есть и хорошо? Я, кстати, в дизарме, поэтому не могу ничего сделать с собой. А, слушай, они еще и не та вот это, да. Поэтому откидываем, да? А, ну там максимально у них есть. Надо будет вот это с обрывом скидывать их сразу. Жалко, что они не скидываются. Ага. Так в Assassin's Creed в какой-нибудь пинок спартанца дал? Скинул. Сериал Чумоплёт. Каз сбить надо, да? Я не знаю. Здесь он просто кикает. Не успел. И еще и не то, что нужно. А здесь интеллект и дух снижены. Ну, это не страшно. Я что там говорю, плевать вообще на статы. Кому мучение органов дать? Что оно там дает? Ну, у нас Райс идет на первую. А хотя не... А, ну да, да. ДКшечка на зеленом стоит. А Райс, ты вставай на красный, на синий. У ДКшки зеленка есть. Низы. Второй просто с ДКшкой поменяетесь тогда. У него же там это буст раз в минуту. Две капли еще есть. Ангела могу раз в 3 минуты давать. В принципе, у нас есть сейвы. Давайте тут ДРчик. Никто ж не умирал. Че лишний раз стоять? Да, давайте, ну, Райс, тебе вообще нужно меняться? У тебя сколько бустов там? 3 минуты когда? Нет истерии. 2 минуты когда? По-моему, 2 минуты мы должны укладываться. Хотя, может быть, и нет. Хорошо, на второй луч Артрич, значит, встает. А СС по... Давай по Райзу.